Всем привет! До Нового года осталось 25 дней. Сегодня с вами я, Олеся, и расскажу, какой будет погода на эти выходные. В субботу, 7 декабря, ночью будет минус 1, днем до плюс 4 градусов тепла. Ясно и безветренно. Воскресенье, 8 декабря, ночью ожидается до плюс 1, а днем до плюс 4 градусов. Пасмурно, возможен дождь. Вам трудно найти работу в Волгодонске? Блокнот поможет. Наш сайт ежедневно пополняется интересными вакансиями в любом направлении. Следите за нашими обновлениями в Instagram. Ссылка в тексте. Ищите сотрудника в свой коллектив? Тогда скорее звоните и узнавайте условия размещения на сайте и в соцсетях. Всем хороших выходных и будьте в курсе новостей при любой погоде.